Мне понравилось в первом классе мои друзья, школа. Русский язык, и я уже умею читать, писать и решать примеры. Я научилась всему новому, и у меня появилось много друзей. Урок физкультуры, потому что там можно разминаться, играть. Урок русского, потому что там можно писать. Там был урок окружающего мира. Там мы знакомились с растениями, животными. Урок рисования, потому что там можно рисовать. Мне больше из всех уроков понравился русский с математикой. Мне запомнилась в первом классе математика, потому что я люблю решать примеры, уравнения и задачи. Мне понравилась математика и информатика. Научился писать, читать, рисовать. Все уроки мне запомнились на всю жизнь. Когда мы учили уроки, а теперь заканчиваем все учебники и сдаем их. То, что мы учили много уроков, и у меня очень много друзей. И мне понравилось изучать все предметы. В первом классе, когда мы поехали на соревнования. А во втором классе мы будем тоже информатику, математику, окружающий мир, только уже другие учебники во втором классе. Мы иногда ходили на прогулку, иногда ходили мы на этот... Мы ходили на стадион, мы там играли вместе. Появилось еще больше друзей, и некоторые из них уже мои самые лучшие друзья. Учительница Елена Геннадьевна научила меня писать, читать и читать. В первом классе мне запомнились все праздники. Математикой, потому что мы там решали примеры и всякие задачи. У нас была гулянка, вся кружки. Мне в первом классе понравились уроки перемены и играть с друзьями. Мы бегаем и веселимся. Еще мне понравилась Елена Геннадьевна. Все.